Всем привет! С вами канал «Идеи для дома». Сегодня я вам буду снимать вторую часть, нет, уже третью, наверное, как жарить шашлыки. Я не снял первую часть, потому что у нас были технические неполадки, и плюс мы снимали, как копать картошку. Да, вот, смотрите, у нас уже уголек такой прогорел. Это, кстати, не уголек, а палочки сухие. Сейчас давайте посмотрим, вон там палки сухие у нас лежат. Да, тут чуть бардак, потому что тут все для костра, можно так сказать. Зажечь потом это надо все будет. Разжечь в яме большой, вот. Отсюда мы все потаскали, и, ребята, да, дамы, там всякие, там, не знаю, ребята, кто нас там смотрит, даже я не представляю вообще. Да, вот, разожгли там уже, вон, вот. Там хорошо уже жар, сейчас давайте проверим. Ох, какой хороший жар! Вот у нас тут стоит ведро с водой, чтобы вдруг, если что, там будет подгорать, мы могли просто потушить чуть-чуть. Да, вот. У нас тут штучка такая стоит, это, можно сказать, да, это из-под крыши, чтобы ветер не разжег, ну, как бы, чтобы не полетело дальше и ничего не загорелось. Ту-ту-ту. Вот, да. И сейчас уже подносят нам шашлыки, мы сейчас их будем переворачивать и жарить. Вот уже шашлычки. Жар хороший вообще. Вот шашлыки. Так, сейчас мы их поправим. Вот так. Вот так. Не задевая, вот так. Во! Сейчас у нас еще тут будет 5 шампуров, или не знаю сколько, вторая, наверное. Мы будем по второму, наверное, жарить. Вот. Будем переворачивать. Ну и, ребят, сейчас когда чуть-чуть, я вас буду ребятами называть, потому что я не знаю, кто нас смотрит. Да, вот, мы будем, вот, просто переворачивать их. Сейчас я вам даже засниму, как сейчас у нас будет тут еще. У нас еще куриная грудка будет, да. У нас, короче, пятнику здесь сейчас будет. Вообще пятничочек такой под соснами. Вообще супер, я не знаю. Вот. Сейчас буду переворачивать. Ну и давайте, ребят, всем приятного аппетита. Так, время показать, как насаживать шашлыки. Вот, не знаю, тут темно, наверное, будет. Берем вот так вот, насаживаем сначала шашлык. У нас шашлык есть свой, а есть, который купленный. Мы просто хотим попробовать, какой будет вкуснее. Вот, мы сначала насаживаем, значит, все какую-нибудь начинку, и потом шашлык. Да, ребята. Вот у нас уже шашлычки, мы их катим на готове, но их еще надо попереворачивать и еще чуть-чуть поджарить, потому что они у нас еще пока с той стороны не жареные, а с этой уже нормально. Вам, наверное, на камеру не видно, то что тут пыл такой хороший, вот прям жар вообще классный, да. Сейчас я вам покажу. Сейчас давайте перевернем. Вот так сейчас. Потом покажу. Так, поливаем огонь, чтобы огня нигде не было, а то шашлыки у вас горят. Вот какие у нас шашлычки получаются. Я уберу со света, ой, с этого солнца. Такие у нас шашлыки получились, плохо видно, но они такие вкусные вообще. Сейчас будем пробовать, но у нас там стоит вторая, вон, давайте вам покажу, там готовят, вон там готовят. Да, у нас это, будет еще вторая порция, но я ее снимать уже не буду, потому что ее уже и так, это, много я уже снял, 4 минуты, нормально, вообще для вас так классно. Вот мы сейчас будем с огурцами, с помидорами, еще картошечку пожарим, да. Ребят, вот кто смотрел и кто вот лайк поставил, вот вам респект, а вот кто пишет плохие комментарии и дизлайки, ну, ребят, не хотите смотреть, не смотрите. Так, ладно. Ну, давайте, всем пока. Вот еще это, принесли еще шашлык. Давайте мы сейчас покажем, как его снизывать. Я хотела время потянуть. Вот вам, потянул, называется. Так, берем вилочкой, и вот так вот все шашлычки мы туда, нашу кастрюльку. Желательно накрыть, а то мухи летают, просто неприятно будет потом есть.
Так что мы сейчас накроем еще тарелочкой, чтобы было все вкусно. Вон там, смотрите, помидорчик. Классно. Сейчас у нас еще кетчуп будет Хайнц. Остренький. Сейчас вкусненько как будет. Тащим пары, мы положим и потом помоем. Всем пока, до новых встреч. С вами был канал «Идеи для дома». И я думаю, что вы оцените это видео и поставите лайк. Всем пока!